Здравствуйте, разберем кобальт. Он находится в таблице Менделеева в 8-й группе, в побочной подгруппе, в 4-м периоде, в 4-м ряду. Это D-элемент, потому что последние валентные электроны находятся на D-подуровне, и он окрашен в синий цвет. Разберем его строение атома. В ядре протонов 27, нейтронов 32, электронов вокруг ядра 27, атомная масса 57. Электронная формула по таблице Менделеева: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 4p0. Теперь напишем графическую формулу валентных электронов: 4s2, 3d7, 4p0. Степень окисления плюс 2 и плюс 3. Кобальт твердый, тягучий, металл, похожий на железо. Плотность его 8,2 сантиметров кубических. Температура плавления плюс 1492 градуса Цельсия. Кобальт обладает магнитными свойствами. В разбавленных кислотах кобальт растворяется труднее, чем железо. Рассмотрим соединение кобальта различной степени окисления. Степень окисления плюс 2 – основные свойства, плюс 3 – амфотерные свойства. Окислы или оксиды – плюс 2 – кобальт-О, закись кобальта-2, плюс 3 – кобальт-2О3, окись или трехокись кобальта-3. Гидроокислы или кислоты – плюс 2 – кобальт-ОН дважды. Плюс 3 – кобальт OH трижды, или H3 – кобальт O3, так как он амфотерен, или эту же кислоту можно записать H-кобальт O2 на H2O. Теперь соли. Степень окисления плюс 2 – кобальт хлор 2 на 6 H2O, ярко-розовые кристаллы. Кобальт хлор 2 – синие кристаллы, хлорид кобальта 2, и кобальт плюс 3 – кобальт-хлор-3, хлорид-кобальта-3. Соединение плюс 2 степени окисления имеют восстановительные свойства, а соединение плюс 3 имеют окислительные свойства. Применение. Кобальт входит в состав легированных сталей, придавая им твердость. Соединения кобальта придают стеклу, фарфору, фаянсу темно-синюю окраску, так и говорят кобальтовая окраска.